сегодняшняя публикация по поводу правого сектора и их действий на Херсонщине. Как вы оцените ее, как человек, имеющий причастность к вот этому? Да не причастность, а являлся одним из, в общем-то, стоял в самом начале создания этой организации, вот, руководил всем восточным блоком, был политическим руководителем восточного блока правого сектора, формировал добровольческие батальоны. С марта месяца вместе с Дмитрием Ярышем находился на Восточном фронте, поэтому как? Я фактически стоял у истоков этой организации. Вот, вот здесь вот, вот смотрите, пускай меня осудят за, может быть, чересчур мою жесткость, но здесь я буду бескомпромиссен. Я буду уничтожать весь российский, все российское присутствие на территории Украины. Здесь не будет инакомыслия, здесь будет только уничтожение противника, уничтожение предателей и всех любителей русского мира. Мы просто-напросто будем стирать с лица земли украинской. И это я вам точно говорю. И это придет, и это будет. Да потому что надо было уничтожать, вырезать и не бояться, и не пускать слюни. Вот поэтому сейчас я говорю всех тех, кто с утра тихонько подпевает гимн России или пользуется тряпочками типа колорадских ленточек у себя на кухне, вот всех их нужно закапывать в землю. В нашей стране нужна смертная казнь. Нашей стране нужна смертная казнь, беспощадное уничтожение противника и предателя. Вот это те две вещи, которые приблизят победу и приблизят возвращение государственной границы. Нацизм и гомосексуализм. Вот.